В Адлере мужчина застрелил двух судебных приставов. От полученных ран они скончались на месте. Причиной стал дом в Сочи, который был признан самостроем по решению суда и должен был пойти под снос. Это видеообращение записано сразу после стрельбы в Адлере. Стрелявший Вартан Качьян считал, что приставы пришли отбирать у него то, что принадлежит ему по закону. Прибывших приставов, Андроника Матевосяна и Альберта Агазяна, он встретил с оружием в руках. То есть они до такой степени своей беззаконности, безапелляционности, беззаконности тебя довели до такого состояния. Это ужас какой-то. Я вырос, 4 лет я в этих домах живу. 4 лет. Они довели. Оформлять не дали, не давали землю. Говорили, нельзя. А власть поменялась. Негодяи. И вели себя по-хамски с тобой абсолютно. Со всеми нами. Они вели себя абсолютно по-хамски. Не все продается. Если продается, то я не продаю ничего. Это мое. Это земля моих родителей. Это земля моих детей. Моя. Моих племянников. Мне 61 год, и я не жалею, что я сделал. Просто не хотелось так, конечно, не хотелось. Но это где на его месте должны быть администрация, которая против народа идет. Так что не верьте администрации, все продажные. Адвокаты, то есть не адвокаты, а, наверное, все-таки судьи, половина там, которые тоже непорядочные. Жалко, что на старости лет я вот так закончу свою жизнь примерно. Что еще сказать? Так вот, жизнь идет. Судебные приставы, негодяи. Никто не пришел с народом поговорить. Никто. Хотя бы сказали, 48 квартир. Давайте здесь наведем порядок, сделаем стоянку для машин, сделаем детскую площадку. Нет. Забрать и сделать магазины, ларьки. Все, им денег мало-мало. Ну вот. Это Андроник Катикович. Я ж пришел, говорит, поговори с адвокатом. Нет, мне не о чем говорить. Люди не хотят говорить. Они хотят говорить, значит, разговор другой. Да. Михалыч, это трэш. Да. Все, все, вон там ружье стоит, все. Вот ружье, все, без всякого. Не звоню, все, давай. Все, мужики, вон ружье стоит. Я понял, садись. Все, он не... Попочки не поломать. Давай. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.